Let's shift gears here. А теперь мы приступаем к рассмотрению другой темы. Power, excuse me, the purpose-driven church. Будем Rick рассматривать Warren. Материалы по книге Рик Уоррена «Целеустремленная церковь». Have you any impressions about your reading? Вы прочли необходимые главы. Какое у вас создалось впечатление по этому поводу? Good impressions. Good impressions, huh? Кстати, у вас есть распечатки, вы помните, да? О том, что вас... Я вчера вам раздавала распечатки. Назначение церкви, урок второй. Для меня интересным является то обстоятельство, что Рик Уоррен, который родом из Иллинойса. I think it's Illinois. Мне кажется, что из Иллинойса. Oh, no, wait a minute. He's from Texas, isn't he? Прошу прощения, скорее всего, из Техаса. He's from Texas. Should have evolved into such a Southern Californian in his years in his pastorate. Нес свое пасторское служение в на юге Калифорнии. Because he starts out his book with the analogy of surfing. Начинает свою книгу он с того, что проводит аналогию с серфингом. Okay. Now, the reason why this first chapter is so important is because he puts everything into perspective. Эта первая глава является очень важной, потому что Рик Уоррен в данной главе все вводит как бы в необходимую перспективу. Он показывает нам тот взгляд или ту позицию, с которой он будет все рассматривать. He says there is the sport of surfing. Он говорит, что есть такой спорт, называется серфинг. Now the surfer can learn how to swim. Серфингисты учатся плавать и, соответственно, he can learn how to ride his board. Держаться на волне, стоять на доске. But he has no control of the wave. Но при этом самым серфингист не может контролировать саму волну. As I thought of metaphors with regard to here in Russia, friends, the only thing I came up with, and you can tell me, you can add to it. Я пытался составить соответствующую аналогию для России, и единственное, что я придумала, вы можете меня поправить или дополнить или придумать что-то свое. And that's the idea of growing wheat. Ну вот мне пришла в голову аналогия взращивания пшеницы, выращивания пшеницы. Your father's father and so on passed down the knowledge of growing and planting and harvesting wheat. Наши деды, отцы из поколения в поколение передают нам знания того, как правильно сажать, там, культивировать землю, ухаживать за пшеницей, чтобы получать хороший урожай. They taught you how to choose instruments that would help your work go better. Они учат нас находить необходимые инструменты для того, чтобы более эффективно выращивать пшеницу. They taught you how to use those instruments. Учат нас, как правильно ими пользоваться. But you cannot make the wheat grow any faster than it's going to. Но при этом при всем пшеница будет иметь тот темп роста, который для нее характерен. And you are still dependent on the weather. И при всем нашем знании мы to provide the water for your wheat. Во многом зависим от погоды, насколько дождливой или засушливой будет погода. Okay, the wheat will be harvested when the wheat is ready. The wheat will be harvested when the wheat is ready. И пшеницу мы будем убирать только тогда, когда она поспеет. What is your role? А в чем заключается наша роль, наша функция? To recognize when it's ready. Увидеть, когда пшеница поспела. Okay, and that's his metaphor here. Здесь он использует подобную метафору. You cannot build a good wave to ride on. Невозможно сделать так, чтобы волна соответствовала вашим требованиям, чтобы она была достаточно хороша для того, чтобы заниматься серфингом и получать от этого удовольствие. You can only recognize when the wave is coming and get on it. Можно только увидеть, что волна надвигается, и тогда подняться на эту волну. In this metaphor, the wave is God's work. В этом случае метафора — это Божий труд, Божье дело. So, what is the myth here?
В чем же заключается миф? The myth is, if I have enough energy and passion and drive, I can create a great church. Часто люди думают, что если у меня есть достаточно энергии, достаточно силы, достаточно желания, я сам могу создать, организовать хорошую церковь. Okay, but if God is not in that, но если Бог во всем этом не участвует, all your energy is for nothing. То никакая ваша сила ничего не стоит. The best you can do is recognize when God is in a work and come alongside Him and work for Him and with Him. Самое лучшее, что вы можете сделать, это увидеть, что Бог действует, Бог созидает что-то, и стать у Него соработниками, действовать вместе с Ним, содействовать Его труду. Okay, this is one principle that I think, that I believe you really need to hang on to. Это один из тех принципов, которых вам, как мне кажется, необходимо держаться. Because far too many people go into a church work thinking, boy, I'm going to do great things. Потому что очень многие люди начинают нести служение в церкви, думая, сейчас я совершу что-то невероятное. I used to stand in the halls at my seminary and listen to fellow students talk about the great work they were going to do once they graduated. Когда я учился в семинарии, часто мы выходили в холл во время перемены, я слышал, как многие студенты говорили, ну вот, закончу семинарию, и тогда начну совершать в церкви великие дела. And I can tell you, that many of these men, these very men that I saw in the halls, talking about this, were responsible for some of the worst church splits I have ever seen. Я могу засвидетельствовать, что многие вот эти люди, которые вели подобные разговоры в холлах семинарии, участвовали и принимали самое непосредственное участие в грандиозных церковных расколах, о которых я когда-либо слышал. Okay, because they thought it was all about them. Потому что они делали ставку исключительно на себя. And it had nothing to do with God. И абсолютно не учитывали Божие действие. Okay. Seminary gives us the tools. Итак, в семинарии мы получаем необходимый инструментарий. Our lives in ministry teach us how to use those tools. А жизнь и служение учат нас, как правильно применять все эти инструменты и с мудростью делать это. Okay, let's start into this introduction, and then we'll take our break. Вот давайте мы с вами рассмотрим введение, а потом прервемся на перемену. Several things. Rick Warren's this book. Although I will say right up front, I don't agree with 100% of this book. Но прежде всего я хочу сказать, что я не согласен на 100% со всеми утверждениями, которые делаются в данной книге. He has some wonderful gems in this book. Ну, конечно, здесь есть свои бриллианты, свои очень интересные мысли. Okay. The first one you have on your list, and it's from page 20 in his book. And he says here, page 20, I believe that pastors are the most strategic change agents to deal with the problems society faces. А в русском переводе это 12 глава, и первое, что мы читаем, 12 страница, прошу прощения, первое, что мы читаем, здесь это следующее. От пасторов зависят самые стратегические перемены при решении проблем, с которыми сталкивается общество. And that is so much more true today than maybe in any other time in our history. И это особенно истинно и особенно актуально в сегодняшнее время, чем в любое другое время за всю нашу историю. Because with the post-war babies, the baby boomers, the Generation Xers, with each one of these groups, you have their own personal set of problems and challenges. Потому что послевоенные дети, да, и те поколения, которые следовали за какими-то грандиозными событиями в истории, они имели какие-то свои проблемы, у них были свои трудности. And they're all coming together in your church. И они все собирались в вашей церкви.
And it takes an awful lot of wisdom and humility to understand how to meet the needs of all these different groups. Для того, чтобы правильно удовлетворять потребности и нужды этих людей, нужна была особая мудрость и особая кротость. And as you've just had in, I think it's your class, had Pasha and Dima, right? У вас уже были занятия с Пашей и Димой, правильно? The number of cults are almost too numerous to name. И количество культов уже настолько велико, что их даже трудно все перечислить. And so the pastor is not just the man who opens the door, welcomes people, reads the Bible, and then says, "God bless you," and you leave. Следовательно, пастор это не только тот человек, который встречает вас у двери церкви, приветствует вас, затем проповедует слово и провожает вас. Okay. This man has to be multitasking all the time. На этого человека возлагается ответственность по выполнению огромное количество задач, и делать он это должен постоянно. Number two in this handout. Далее второе по вашей распечатке. Our sanity and survival depends on developing a workable process to turn seekers into saints, turn consumers into contributors, and turn members into ministers. To turn an audience into an army. Цитата со страницы 36. Наше здоровье и выживание зависело от выработки действенного процесса превращения приближенных в святых, потребителей во вкладчиков, членов церкви в тружеников, а слушающих в воинство. Okay, we cannot assume that that's just going to automatically happen. Нельзя предполагать, что это автоматически будет происходить. People do not come into a church looking to contribute or looking to become an army or looking to become servants. They're not coming. Люди приходят в вашу церковь не с целью превратиться из потребителей во вкладчиков, из членов церкви в тружеников и слушающих воинства. But it is our responsibility as leaders and as ministers in the church to help people understand that this is all part and parcel of becoming part of the body of Christ. Но мы с вами, как лидеры, как руководители церкви, должны дать людям понять, что это является неотъемлемой частью созидания церкви как тела Христова. Okay, we just don't say, you're a member now, and expect them to understand how they function. Мы не должны думать, что вот сейчас мы объявим человеку, теперь ты член церкви, и он сразу же автоматически поймет, что это подразумевает, и как он должен теперь себя вести, и что делать. You can't have a man who has attended your church for 5 months and say, you're ready to preach, without teaching him how to preach. И нельзя думать, что если человек посещает вашу церковь в течение 5 месяцев, вы можете подойти к нему и сказать, ну вот, ты готов к проповеди, иди проповедуй. При этом, при всем, вы даже не научили его это делать. And yet I have seen it, friends. Но вместе с тем, такое имеет место. And is it any wonder or any surprise that so many men don't want to become ministers? И стоит ли удивляться тому, что многие люди не хотят быть служителями? Because their whole experience, initial experience, is negative. Потому что их первоначальный опыт пребывания в церкви имеет отрицательный оттенок. But if we have a strategy and a plan for how to do these things, и план, как осуществлять все то, о чем мы говорим, we stand a better chance of developing the very things the church needs. Тогда у нас появится гораздо больше возможностей воспитать правильно тех людей, в которых нуждается церковь. Now, he has a wonderful chapter on church growth. Рик Уоррен написал прекрасную главу по росту церкви. And under number 3, he lists the five things that he sees as being necessary for healthy church growth, or genuine church growth. И в третьем пункте у нас имеется цитата со страницы 38, где перечисляются 5 граней определения подлинного роста церкви. And it's listed there, warmer through fellowship. Каждой церкви нужно увеличивать, первое, теплоту через братское общение. Deeper through discipleship. Второе, глубину через ученичество. Stronger through worship. Силу через поклонение Богу, broader through ministry, широту через служение, larger through evangelism. Величину через евангелизацию, через благовестие. Now, where have we just heard that? А где мы об этом слышим? А
Where have we heard it? Где мы об этом услышали? Grudem's marks of a pure church, friends. Где мы еще об этом слышим? В учебнике Грудема он перечисляет 5 признаков более чистой церкви. Помните? Right? The marks of a church are discipleship. Помните, там говорится ученичество. Teaching, worship. Проповедь слова, надлежащее поклонение Богу. Эффективное служение. Absolutely. So this is not new stuff, friends. Поэтому не надо рассматривать вот эти 5 граней как нечто новое. But what Rick Warren has done is he's taken it out of academics and applied it to real life. Но Рик Уоррен взял вот эти утверждения из теории и перенес их на практику, внедрил их в практическую деятельность церкви. Okay, he is not rewriting the book here. Здесь он не переписывает учебник. But he's telling us how he has taken it and used it in his church. А говорит, как он взял теорию и применил ее в своей церкви. And we see that the pastor is very instrumental in this. He cannot be simply a passive individual. Мы с вами уже сказали, что пастор не может играть пассивную роль в организации и функционировании церкви, что от него зависят стратегические перемены. And he has to be a man of vision. Это должен быть человек, обладающий видением, который обладает также способностями к принятию творческих решений, новаторских решений. And we cannot just assume that things will happen in a church without strategy and planning. Мы с вами не должны предполагать, что в церкви будет что-то происходить без стратегии и планирования. And he makes this statement in his second chapter on page 54. I'm not exactly sure what page that is in yours. But he says this: at Saddleback Church, we do not expect unbelievers to act like believers until they are believers. На странице 43 в русском переводе этой книги Рик Уоррен делает такое утверждение: в церкви Saddleback мы не ожидаем, что неверующие будут поступать как верующие, пока они таковыми не станут. Now, his assumption and my assumption in this is that a church does not simply grow through reproduction, physical reproduction. И он полагает, и я полагаю, что рост церкви обеспечивается не за счет физического воспроизводства. What I mean is 6 or 7 families start a church and they start having children and their children start having children and the church grows. Что я имею в виду под физическим воспроизводством? Я имею в виду то, что 6 или 7 семей организовывают церковь, а дальше они люди вступают в брак, у них появляются дети, и эти дети приходят в церковь, и таким образом обеспечивается рост членов церкви. Now that might be one way of looking at church growth. Ну, возможно, это один из способов приумножения людей в церкви. But it doesn't fulfill the call for us to go out into the world and make disciples. Но при этом при всем мы не соблюдаем заповедь, которая нам дана: идите и научите. Okay. Все народы. And a very natural thing, once you have gone out and you have testified of Christ, is to invite these people back to your church. И вполне естественно, когда мы с вами идем в мир и проповедуем слово, проповедуем Евангелие, мы приглашаем тех людей, которым мы свидетельствуем, к нам в церковь. And the kiss of death, the thing that will stop a person from ever coming back to your church again, is if they come to your church and are criticized and ridiculed for how they act. Да, поцелуй смерти. И поверьте мне, что если человек приходит к вам в церковь, и его критикуют, и над ним насмехаются, что он уже никогда больше не вернется в эту церковь. Это можно гарантировать. Okay. I was sharing this story with Liberty yesterday. Я вчера Ларисе рассказывала одну историю. And this happened my first year here. I was with my students in an evening service. Это был первый год моего пасторского служения и на here а здесь в Курске. И я был на служении, на вечернем служении молодежном в церкви. At the end of the service we were all getting ready to leave. В конце служения мы все уже собирались расходиться. I just put my coat on, I put my hat on. Я надел фуражку или там шапку, что было, надел куртку. And we were heading out the door. И шел к двери. And somebody
called and wanted to ask me a question, and so I stopped and I spoke with this person. Кто-то меня подозвал, у этого человека, очевидно, был ко мне вопрос, я остановился и стал с ним общаться. And without knowing anything about what had transpired, one of the members of that church stopped me as I was going out the door. И, честно говоря, не понимая, что происходит, и что побудило этого человека ко мне подойти, но один из членов церкви потом ко мне подошел, когда я уже выходила из церкви. And he said, и сказал, you know, brother, дорогой брат, this is a house of God, you ought to respect it more by taking off your hat. Это дом Божий, следовательно, здесь ты должен снимать головной убор. Now, he didn't even bother to inquire of the situation. Вы знаете, он даже меня не спросил, почему я стою в головном уборе, что происходит. Now it's a good thing, you know, it's a good thing I am a believer. Конечно, хорошо, что я уже верующий. And I understood what he was saying. И я прекрасно понимал, к чему он это говорит. But imagine if it was an unbeliever, and this man на моем месте был неверующий человек, came across as negatively as he came across. И вот этот брат подошел бы к нему с такими сразу негативным отношением и негативными замечаниями. That person would never come back to that church. Наверняка этот человек больше никогда бы не вернулся в церковь. Okay? So, if you're inviting non-believers, expect that they're going to act like non-believers in your church. Поэтому, если вы в церковь приглашаете неверующих, не стоит ожидать, что в церкви они будут вести себя как верующие. And don't expect them to act like believers. Oh, did you say that already? Okay, very good. Yes. А может быть, даже иногда люди вот так вот с мира неверующие, они иногда ведут себя лучше, чем верующие в церкви. Почему? Потому что я вот замечаю, особенно старые члены церкви, которые там, или же дети верующих родителей, вот это вот, то есть, которые выросли, стали уже сами папами и мамами, то есть для них церковь это родной дом, и они хотят подчеркнуть это, и они начинают себя просто по-хамски вести порой, потому что это они тут хозяева. А люди с мира приходят, они намного культурнее и... Но с другой стороны, у меня такая мысль мелькнула. Конечно, к неверующим таких людей нельзя подпускать. А для верующих, может быть, и полезно, чтобы такие фарисеи были, чтобы мы не расслаблялись. Well, that's one way of looking at it. Да, на это можно посмотреть и с этой точки зрения. Still, if we're talking about ministering to non-believers, и все же, если мы говорим о служении неверующим людям, this is not the way to do it. То, конечно, следует поступать иначе. Не, это у меня мысль пришла, когда он тебе говорил. То есть, я думаю, может, и нужно, чтобы мы не расслаблялись. Yeah, well, I mean, there is the verse in scripture that says, iron does sharpen iron, right? Да, конечно, в Писании есть стих, который говорит, железо острит железо. Okay. And finally, as part of this introduction, Rick Warren makes this statement on page 69 of his book. My goal is to learn as much as I can from as many people as I can, as often as I can. There is one more that you missed. Did I? Number five. Oh, sorry. Okay, second to the last. Success is bearing much fruit as possible given your gifts, opportunities, and potential. Дальше в разделе ведения пятое утверждение, пятый пункт. Успех в том, чтобы принести как можно больше плода, исходя из ваших даров, возможностей и потенциала. Okay, and friends, that simply means that we are active in using the gifts that God gave us to produce fruit. Друзья, это просто означает, что мы должны активно использовать те дары, которыми Бог наделил нас, чтобы мы приносили плод. We don't say we have gifts and then not use them. We don't say. We don't say. Мы не говорим, что у нас есть дары, и мы их не используем. Okay? And we look for the opportunities and the potential for using them. И мы должны искать возможности для того, чтобы их использовать. Okay. My goal... Well, actually, let me go back to five. There's a wonderful song written by a Christian artist. Теперь что касается, вернемся в смысле останемся
рассуждать над пятым, продолжим рассуждать над пятым пунктом. Есть прекрасная песня, которая христианская песня была написана христианским автором. Called Fat Christians. Которая называется «Толстые-толстые христиане». Или «Полные-полные христиане». And the song is really interesting how the person being described is very self-centered. В этой песне описывается человек очень эгоистичный. How that person has all the outside trappings of a Christian. И внешне он выглядит как христианин, все необходимые внешние атрибуты христианина в нем присутствуют. The song talks about how this person carries his Bible and never opens it. Песня поется, что этот христианин повсюду носит свою Библию, но при этом никогда ее не открывает. Sings all the songs, but it never touches his heart. Поет всегда христианские гимны, но до сердца их не допускает. Has the fish glued to his bumper sticker of his car. На бампере машины у него рыбка, христианский символ. So he has all the outward trappings of a Christian, but there's nothing about his life. То есть у него есть все внешние необходимые атрибуты христианства, а вот в жизни, жизнь этим не пропитана. The Christian life, however, is an active life. Но христианская жизнь, однако, это активная жизнь. It's a life that constantly looks for opportunities and ways of sharing my faith with others. Это жизнь, в которой мы постоянно ищем возможности поделиться своей верой с другими людьми. And then finally, friends, in number 6. И наконец, шестой пункт. We should never stop learning. Моя цель в том, чтобы как можно больше учиться. Now, I'm not saying you try everything that comes your way as far as books or material. Это не означает, что вы должны глубоко вникать во все, что вам попадается на глаза, что касается книг или каких-то материалов. But if you know that in your ministry there is something that is lacking, you find what is necessary to fill that. Но если вы знаете, что что-то в вашем служении недостает, найдите то, что восполнит этот пробел, этот недостаток. And don't be afraid to try new things. И не бойтесь экспериментировать с чем-то новым. Because the only thing that can happen is that it might not work for you. Поскольку максимум, что это, какой результат вы можете ожидать, что у вас просто не получится, да, это будет для вас безрезультатным. Or you discover that I can change this new thing that I'm trying a little bit to fit me better and to fit my ministry better. Или, может быть, вы откроете для себя что-то новое и при этом приспособите это к своему служению, к своему типу личности. Okay. Somehow modify. Modify, yeah. Somehow modify. Каким-то образом модифицируете. Now, open your books, if you will, to chapter 3. А теперь давайте откроем третью главу. Страница 61. No, we're going to go to 77. Chapter 3, page 77. In English? Well, yeah, in English. Then you too. What? It's church is driven by tradition. Uh-huh. Тогда это у нас 60... What drives your church? 62-я страница. Oh, okay, this is in the Russian. And he asks the question here, what drives your church? А здесь Рикорн задает такой вопрос: чем руководствуется ваша церковь? And he gives us the dictionary explanation or definition of the word drive. И дальше он дает нам объяснение из словаря, что означает быть руководимым, быть движимым. To guide, control, and direct. Если посмотреть по словарю слово вести, то вы найдете следующее определение: руководить, контролировать, направлять. Спасибо. Okay. In your church. Предпоследний. Словарное определение слова вести. То есть церковь, каждая церковь чем-то ведома, чем-то руководима. Something or someone drives the church. То есть кто-то ведет церковь, кто-то ее направляет. When I first came to Kursk, I had such an impression about the babushkas in the church.
Когда я приехал впервые в Курск, у меня сложилось такое впечатление о пожилых людях, о бабушках в церкви. And I'm not talking about in the church. I'm sorry. I'm talking about just everywhere. Прошу прощения, я говорю не только о бабушках в церкви, а о бабушках вообще. That I thought maybe I'd go back to America and have some t-shirts made. Что я даже подумала, не вернуться ли мне в Америку и не сделать ли такие футболки специальные. That said, бабушка's rule. На которых было бы написано «Правила бабушки» или «Бабушкины правила». Because, hey, on the buses, in the markets, потому что в автобусах, на рынках, on the streets, на улицах, it's very clear to me that бабушкас have the right of way to everything. Бабушки заправляют всем и устанавливают свои правила. I mean, they'll slap your bag out of the way if it's in their way and they have to move. Если им нужно пройти, они оттолкнут там тебя, твою сумку и протиснутся куда им надо. And I actually saw the same thing in the church. В церкви, в принципе, происходит то же самое. I mean, I actually saw three or four бабушкас in the front row arguing with the pastor. Вот смотрю, сидят 3-4 бабушки прямо на передней скамейке, на первой скамейке, и буквально в начале, самого начала, at the beginning of the service, в самом начале служения спорят с пастором. You know, what drives, guides, or controls your church? Так что же ведет, что руководит, контролирует, направляет вашу церковь? Okay, let's look at what Rick Warren has to say about it. Давайте мы посмотрим, каково мнение по этому вопросу Рика Уоррена. Я прошу прощения, просто интересно. У вас в Америке тоже такие вот есть бабушки, которые лезут во все вопросы, которые могут, допустим, человек, который неверующий приходит первый раз в церкви, они там ему могут замечание сделать, почему ты пришла в короткой юбке, или почему у тебя прическа, все тоже есть такие, да? They are a little more subtle than. Они несколько более тонкие в своих замечаниях, не столь прямолинейные, как наши бабушки. The church where I did my first pastorate. Церковь, в которой я первая церковь, в которой я нес пасторское служение. I was just visiting the church at that time, and I went. В то время я просто посещал церковь. And I went to take my seat. Ну и вот я пришел, чтобы занять свое место. It was early, there was almost no one there. В церкви почти никого не было, поскольку было еще рано. And so I sat in the chair close to the front. Я сел на кресло поближе к передней части. About 10 minutes before service started, this very tiny, old, frail woman. Примерно за 10 минут до начала arrived. Служения пришла такая маленькая, сухенькая, худощавенькая женщина. And she stood right next to my shoulder. А стала прямо у моего плеча. And it took me a moment to even realize she was there. И я сразу понял, что там кто-то стоит. And I looked at her. Посмотрел на нее. And she said, "I always sit there." Она мне сказала, это мое место, я на нем всегда сижу. And I said, "Oh, excuse me." Я попросил прощения. And I moved. И пересел. You know, what are you going to do? Argue with her? Ну что мне оставалось делать? Не спорить же с ней. Тут пришла вторая мама. And that's what I thought. I thought, my goodness, if everybody has their own place, I may be moving five or six times. Кстати, у меня такая мысль возникла. Если здесь у каждого свое место, наверное, мне перемещаться придется раз 5-6, прежде чем я найду свое. Смех смехом, а вот благодать, действительно, наверное, во всех церквах такое бывает. И вот я знаю, что однажды человек просто ушел, ему сказали, извините, здесь мое место. Потом он пересел. Второй раз говорит, извините, здесь мое место. И когда его третий раз сказали, извините, здесь мое место, он поднялся и ушел. You know, we can get into this as we get closer toward your projects. Мы будем, наверное, более подробно касаться этого вопроса, когда будем обсуждать ваши проекты. But I have had this thought because I've seen this in some churches.
Но у меня возникла такая мысль, поскольку я наблюдал подобное в разных церквах. Where the church will take a cord, a string or something, and basically tie off one whole area that has a good view of the pulpit. And that was for visitors. And that was only for visitors. В церквах, в некоторых церквах есть такая практика, когда берут веревку, какой-то шнур, и отделяют несколько мест, достаточное количество мест, с которых очень хорошо видна кафедра, с которых очень хорошо видны места для выступающих, и эти места предназначены только для посетителей. And if you invite someone, you are welcome to sit with them in those areas. И если вы приглашаете какого-то человека в церковь, то вы можете занять место именно вот в этой части зала. You know, and I've often thought that would be one very good way of encouraging people to invite their non-believing friends and to be able to sit with them. Все чаще и чаще думаю о том, что это прекрасная идея, поскольку в этом случае вы можете не только пригласить неверующих, а обеспечить им места в зале, но и сидеть рядом с ними. Okay. Well, let's look at some of the other ways that that churches are driven. Давайте рассмотрим, чем могут направляться церкви. The first one that Rick Warren has is that churches are guided by tradition. Первое, о чем говорит Рик Уоррен, что церкви могут быть ведомыми традицией. Okay. Раздел называется «Церкви, руководимые традицией». This is the way we've always done it. This is the way we're doing it. And this is the way we're going to do it. Такие церкви утверждают: так мы поступали, так мы поступаем, и так мы всегда будем поступать. But look at the warning there. Но обратите внимание на предостережение, которое здесь дается. People don't want to change because they don't want their lives to be interrupted. They want a stable existence in their church. Люди не хотят меняться, потому что они не хотят привносить никакие нарушения в свою жизнь. Они хотят, чтобы было всегда так, как это было. And Rick Warren calls that stagnation. Они называют это стабильностью, а Рик Уоррен называет это стагнацией или застоем. Okay. People are accustomed to the same routine. Люди привыкли. Sunday after Sunday, week after week. К определенному порядку, который соблюдается воскресенье за воскресеньем, недели за неделей. And like that frail old woman. И как вот та мадам, которая ко мне подошла. She's forgotten what being hospitable is all about. Она за всем этим забыла, что значит быть гостеприимной. Okay. So some traditions are good. Поэтому некоторые традиции, конечно, стоит соблюдать. But хорошо. If we start to build our church based on tradition, но если мы начинаем строить свою церковь на традициях, that can be very, very detrimental to the growth and development of the body of Christ. То это может очень сильно замедлить рост и развитие тела Христова. Secondly, churches во-вторых, can be driven by personality. Церкви могут направляться личностью. Oh, we want the best speaker. Мы хотим, чтобы у нас был очень красноречивый проповедник. We want the man who can be dynamic enough to bring people into the house. Мы хотим, чтобы это был динамичный человек, способный приводить людей в дом. In essence, we want a Christian Elvis Presley. Другими словами, мы хотим, чтобы это был христианский Элвис Пресли. Okay. And churches do not feel themselves alive or dynamic unless the man in the front is dynamic. И люди в собрании не чувствуют, что в их жизни присутствует динамика и жизнь, если эта динамика и жизнь не присутствует в человеке, который стоит за кафедрой. Okay, friends, be careful when your church begins to say, "We want a dynamic personality." Когда ваша церковь начинает заявлять, нам нужен динамичный лидер, нам нужна динамичная личность. They've lost sight of their need. Они начинают упускать из виду собственную потребность, собственную. And they've lost sight of what is important. И упускают из виду и теряют понимание того, что на самом деле важно. Thirdly. В-третьих. Churches are sometimes driven by finances, right? Порой церкви направляются финансами, деньгами. And that can work any one of a number of ways. И все это проявляется по-разному.
Either you're going to have someone who is so geared on finances that all they can think of is getting people into the pews so that they give. Бывает человек настолько сосредоточен на финансовом обеспечении церкви, что единственное его желание это приводить в церковь как можно больше людей, чтобы они давали как можно больше пожертвований. And he's forgotten why we are to bring people. И он вообще забывает, зачем нам приглашать людей в церковь? Either that person, that same financial elder or deacon in your church becomes so paranoid about not having enough money that he doesn't allow progress to happen in the church. Или же подобный служитель церкви, будь то пресвитер или старейшина или диакон, который настолько, опять же, сосредоточен на деньгах, настолько боится, что средств не хватит, что он в буквальном смысле тормозит развитие церкви. There's a conference we want people to go to. Какие-то программы. And as a church we want to finance it. And this man says, we don't have enough money. Предположим, что где-то проводится конференция, мы от церкви хотим послать на эту конференцию несколько представителей, но такой человек скажет, у нас на это нет средств. We're outgrowing our youth program. We need more room. У нас уже ширится и растет молодежное служение. Нам нужно более больше по размеру помещения. We don't have enough money. Но у нас нет на это денег, говорит подобный служитель. Our pastor has been underpaid for 10 years. We need to pay him more. Пастору недостает поддержки, которую мы ему даем уже на протяжении 10 лет. Его нужно поддерживать больше. We don't have enough money. Простите, но денег у нас на это нет. All of these things occur if the focus of the church is on finances. И подобное происходит, если церковь сосредоточена на финансах. Sometimes churches are driven by programs, right? Бывает и такое, что церкви руководствуются программами. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. Here in Kursk. Вот здесь, в Курске. Is Awana as big or as hot as it was 8 years ago when it first came? Как развивается программа Awana, которая началась где-то примерно 8 лет назад и играла огромную роль в христианском движении. Сейчас она развивается столь... Она умерла. Yeah, and it is one of many programs that I've seen come through here and come in big and go out small. Это уже не первая программа, которая начинается очень активно, распространяется очень широко и через какое-то количество времени просто умирает. I was having a discussion with a fellow pastor at a church I was at. Однажды я посещал церковь и беседовал там с пастором. And he was telling me about what he saw in a charismatic church down the street. All their programs. Мне, что какие программы он наблюдал в харизматической церкви, ну, недалеко расположенной. And he said, "Well, we should try that." И он мне говорил, нам надо тоже это попробовать. And I just said, "Are we going to try every program that comes through town?" И я тогда ему задал такой вопрос, а что, нам нужно пробовать все, что возникает в этом городе, в любую, всякую программу? Now, if a church understands its purpose and its direction, конечно, если церковь понимает свое назначение и то направление, в котором она движется, it will find the right programs to fit what it wants to do. Она найдет правильные программы для реализации своих целей. But the program is there to help further the purpose of the church. Программы они предназначены для того, чтобы мы могли максимально эффективно выполнять те цели, которые церковь перед собой поставила. But the program is not the purpose of the church. Но сама по себе программа целью церкви не является. Okay. Okay. Oh, here's a biggie. Buildings. Buildings can dominate the purpose of the church. Доминирующей силой в цели церкви может быть здание. Другими словами, движущей силой в церкви может быть здание. I was at a church last year while I was in the United States. В прошлом году я был в Соединенных Штатах и посещал там одну церковь. And
there was an issue before the church that everyone knew could divide the church. И все знали, что по этому вопросу церковь может разделиться. The church had been given 100 acres of land. Given 100 acres of land. Церкви дали 100 акров земли. Okay. And so the church now wanted to build on that land. Ну и, соответственно, церковь хотела возвести постройки на этой земле. And this is where we need to be careful about building projects, friends. И здесь к строительным проектам необходимо относиться с осторожностью. The budget for building this property? Бюджет на строительство вот этих помещений? $100 million. Составил $100 million. $100 million. I can't even imagine $100 million. Я, знаете, даже представить себе не могу такую сумму. And yet, this church had focused all of its effort. They had a huge multimedia campaign within the church body to encourage people to give toward this building project. Но вместе с тем церковь стала полностью сосредоточена на этом проекте. Все силы членов церкви, все программы были подчинены одной единственной цели – собрать необходимое количество средств. Именно к этому побуждали всех членов церкви. And they even told me when I came to talk about Emmanuel Church and our building project. И когда я пришел туда и стал рассказывать о нашей церкви Эммануил и о нашем проекте строительном. They said, "Don't ask." Они тогда сказали, даже не проси. Because every penny we have is going to go toward this building project. Потому что каждая копейка, которую мы соберем, пойдет на наши нужды, на строительство наших зданий. Now, the sad truth about that situation, печальная истина во всей этой ситуации is that after almost a year of having this campaign to raise funds, что через год от момента начала кампании по сбору средств, the church failed to receive even a third of what they wanted. Церковь не получила и трети того, что она хотела. And many families left that church. Кроме того, многие семьи просто ушли из этой церкви. Okay. Now, friends, what we're not talking about a church that had one church building moving to this grand other place. That's not what we're talking about. Мы сейчас говорим не о той церкви, у которой было одно здание, и они переезжают в другое здание. This church has a membership of about 8,000 or 9,000 people. В этой церкви 8,000 or 9,000 членов церкви. Okay, they have what we would consider 3 churches on the property that they were on. У них в собственности есть земля, и на этой земле расположено, что в нашем представлении является как бы сочетанием из 3 церквей. Okay, they had the main hall where they gathered on Sunday. У них есть основной зал для богослужений, где церковь собирается по воскресеньям. They had a second hall that was used only by their youth and young adults for their church service. У них есть второй зал, где собирается только молодежь и проводит свои мероприятия христианские, свои богослужения. And the third hall, which used to be a church, was turned into a gym. И здесь еще и третий зал, который церковь приняла решение сделать, из которого церковь приняла решение сделать спортивный зал. They had enough space for an elementary school on that property. Там, знаете, можно было бы уместить начальную школу. So this is not a small church that outgrew their space, but a very large church that wanted an even larger place. То есть мы сейчас говорим не о той церкви, которая возрастает по количеству членов церкви и уже не вмещается в то здание, которое у них есть, им необходимо здание большего размера. Мы говорим о церкви, которая имеет достаточно помещений, но при этом она хочет все больше и больше и больше и больше. And all because somebody gave them 100 acres of land. И только потому, что им кто-то дал 100 акров земли. There's a problem with focusing on buildings. Соответственно, если
акцент делается на земле, на зданиях, прошу прощения, то здесь может возникать проблема. There's a problem, friends, when the church is focused on events. Возникает проблема и в том случае, где движущей силой в церкви являются мероприятия. If we keep people busy 7 days out of the week, it'll make them holier and keep them from sinning. Такие церкви утверждают, что если мы 7 дней в неделю будем занимать людей всякими мероприятиями, то они не будут впадать в грех и будут все больше и больше освящаться. Okay? If we give them the events, then they'll draw closer to God. Если мы будем предлагать всевозможные мероприятия, эти люди станут ближе к Богу. What's the problem with that? В этом есть какая-то проблема? Если есть, то какая? When do they rest? А когда же людям отдыхать? Yeah. When do they slow down? Когда им можно просто расслабиться? You know, I know of a family who, throughout the week. Я знаю такую семью, которая на протяжении всей недели. The little boy plays on a youth soccer team. Значит, мальчик там. Sponsored by the church. Мальчик играет в футбол. У них там христианская команда, они играют за церковь. That's on one day. The daughter is part of the choir. Дочка поет в хоре. The mother is a choir leader on another day. А мама в другой день проводит репетиции хора. The husband is an elder and he's at a meeting on another day. А папа старейшина в церкви, и он должен посещать собрания определенные в какой-то еще другой день недели. Then the husband and wife have their Bible study with their friends. А муж и жена вместе со своими друзьями участвуют в изучении Библии. The children have their Bible study with their age group. Дети, соответственно, ходят на детские занятия по изучению Библии. Everybody goes to church on Sunday. И все они вместе ходят в воскресенье на богослужение. But when they get to church, parents go one way, young adult goes the other way, young boy goes the other way. На воскресном богослужении тоже происходит разделение. Взрослые остаются слушать проповедь, молодежь уходит в одно место, дети уходят в другое место. There's no family time. И у них фактически не остается времени на семейное общение. You're so busy filling your life with events. Люди настолько буквально забивают свою жизнь всякими мероприятиями, that you have no opportunity to gain a perspective, что лишают себя возможности on all these things that you're supposedly learning, лишают себя возможности вообще поразмышлять над тем, что они изучают, чему они учатся, что происходит в их жизни. Okay. Now, are events good? Вообще, есть ли позитивная сторона мероприятий? Absolutely. Ну, конечно, есть. If they're kept within a perspective. А если, конечно, correct perspective. Они подчинены правильной цели. Okay. Look at number 8. Теперь восьмое. And this has been a very popular one in the United States for a while. В Соединенных Штатах на протяжении определенного времени это было очень популярно. Churches driven by seekers. Церкви, где движущая сила приближенная. Или те люди, которые ищут Бога. Very interesting perspective. Churches driven by seekers. What are seekers? Кто такие приближенные? Seekers are supposed to be people seeking for God, right? Это люди, которые ищут Бога, не так ли? Turn with me, if you will, to Romans chapter 3. Давайте откроем третью главу послания к римлянам. Now maybe I have an overly critical view of this whole seeker-friendly mentality. Но, возможно, я больше, чем необходимо, критикую вот такой подход и такой акцент на приближенных в церкви людях. But I look at this passage out of Romans chapter 3 and I have to wonder. Но я здесь отыскал стихи в третьей главе послания к римлянам, которые заставили меня поразмышлять. There is none righteous, beginning in verse 10. В 10 стихе, как написано, нет праведного, not even one, ни одного. There is none who understands, нет разумевающего. And there is none who seeks for God. Никто не ищет Бога. All have turned aside, together they have become useless. До одного негодны. There is none who does good. Нет делающего добро,
Нет, ни одного. There's not even one. So, are we fooling ourselves when we say we're going to develop a seeker-friendly church? Итак, обманываем ли мы себя, когда утверждаем, что создаем церковь, где движущей силой являются приближенные люди? See, when Jesus sent his apostles out, he didn't say, go out and find the seekers. Когда Иисус Христос посылал своих апостолов, он не говорил им, идите и найдите приближенных. He said, go out and proclaim me. Он говорит, идите и провозглашайте меня, мое Евангелие. And yet there are churches everywhere. И вместе с тем повсюду мы видим церкви, that have taken on this call to develop seeker-friendly ministries. Которые чувствуют призыв и действуют согласно этому призыву, делая акцент на приближенных, пытаясь привлечь их в церковь. And they have changed their ministry in their church to such a point that when I come to visit them, I don't recognize the churches anymore. И они настолько гипертрофировали такой подход, что когда я прихожу в такие церкви, я по сути церкви там уже и не вижу. We can't sing traditional hymns because seekers don't like them. Традиционные гимны мы петь не можем, потому что приближенным они не нравятся. They think it's too old-fashioned. Потому что они считают, что это слишком устаревшие, да, гимны. And when we do worship, how about if we raise our hands and clap? И когда мы прославляем, почему бы нам не поднимать руки и не аплодировать? I was at a church last year, again, friends. И опять же, в прошлом году я посещал одну церковь. And the first three or four rows. На первых трех-четырех рядах. There were all these young people. I would say from about 30 down to 18 or 19. And they were up there. They were in the first three rows. 30 years old down to about 18 or 19. Oh. 18 or 19 up to 30 years old. Okay, gotcha. And oh, they were having a great time clapping, raising their hands. На этих рядах сидели молодые люди от 18-19 до 30 лет. And the remaining 15 rows behind them. Они поднимали руки, аплодировали, а остальные где-то рядов 15. They were all standing like this. Стояли вот так. Singing the songs. И пели гимны. But standing with their arms crossed over their chest. Но стояли вот так. See, what are you doing? You're alienating the bulk of the people who probably are the pillars of your church, the supporters of your church. Что получается? Мы таким образом отчуждаем тех людей, которые, возможно, являются столпами этой церкви. Это те люди, которые максимально поддерживают церковь. For all for the sake of a few seekers. Только ради некоторого количества, небольшого количества приближенных. Now, somewhere in there is a balance. Конечно, где-то здесь есть определенный баланс. And the balance is that you do not drive a church based on a seeker-friendly mentality. И это соблюдение этого баланса требует того, чтобы мы не акцентировали все внимание, не подчиняли всю церковь интересам, потребностям и желаниям приближенных. But if you desire to have seeker-friendly services, you understand that you have people in your church who may not relate to that, and you try to meet their needs also. Но при этом, при всем, если вы хотите все-таки удовлетворить определенные желания приближенных, то в этом случае не забывайте о том, что в вашей церкви есть и другие люди, которые в желания которых и потребности которых, возможно, не совпадают с теми, которые есть у приближенных. The very last church where I pastored before coming here. А самая последняя церковь, в которой я нес пасторское служение, прежде чем переехал в Россию. I heard, and it was very sad, with great sadness. That the church split over the music. Разделилась по вопросу о музыке. The church had decided the year that I started there that they were going to have two services. The first service was going to be all contemporary music. The second service was going to be all traditional music. Когда я еще там был, церковь приняла решение проводить два богослужения. Первое богослужение, на первом богослужении было принято решение играть современную христианскую музыку, и второе богослужение должно было быть традиционным в плане прославления. But instead of bringing the church together,
it divided the church, and the divide got so wide. Но вместо того, чтобы привнести единение в церковь, наоборот, это произвело разделение. Разделение настолько очевидное и глубокое, что все люди, all the people in the second service left the church. Которые приходили на второе богослужение с традиционным прославлением, вообще ушли из церкви. Okay? So be very careful. Поэтому будьте очень осторожны. That your desire to reach the lost so-called seekers. Чтобы ваше желание достигать Евангелием приближенных людей, людей, которые ищут Бога, does not put a wedge in your church. Не привело к разделению в церкви. Вопрос по мероприятиям. Молодежи часто проводятся вот мероприятия, допустим, праздники некоторые. И часто очень слишком много суеты, и молодежные лидеры пытаются вот подготовить быстро, эффективно, и чтобы было всем интересно. Но год за годом они понимают, что это уже надоедает, и те же самые люди пытаются что-то делать, а некоторые приходят просто и сидят, и смеются, и уходят. То есть, и эти люди уже устают, а другие не хотят вот, чем заниматься. Что этим людям предпринять? Они понимают, что больше не выдержат, а больше некому делать. И что в этом случилось? Okay. When you're thinking of a purpose, part of thinking of a purpose is to have a goal. Когда мы размышляем о назначении церкви, частью этого процесса является постановка цели. And that holds true for every ministry that goes into that is part of your church. И это касается любого служения, которое составляет вашу церковь, которое имеет место в вашей церкви. And I've seen this far too often, especially in ministry to teens. И очень часто я наблюдаю это, особенно в отношении служения подросткам. If the purpose of a youth meeting is just to take them off the street and show them a good time, you're going to burn out really fast. И если единственной вашей целью является забрать этих подростков с улицы и хорошо провести с ними время в общении, то тогда вы очень скоро сгорите в своем служении. У вас не хватит сил. Even worse. Even worse if they're already believers. И даже еще хуже, если это верующие подростки. If you're going to give your Christian youth just a place to hang out, what difference is that than finding some cafe or restaurant? Если вы предоставляете таким подросткам, верующим подросткам, просто помещение, где они могли бы развлечься и хорошо провести время, тогда чем это отличается просто от того, чтобы не арендовать какое-то кафе или пойти в какое-то кафе и хорошо там провести время? This is my biggest complaint about youth ministry. Вот моя самая большая претензия к молодежному служению. There is no plan and there is no purpose. Часто не бывает ни цели, ни плана. And there's no goal to reach for. И нет тех задач, к реализации которых, к выполнению которых мы должны стремиться. See, it's good to have events and ministries in the church. Прекрасно, если в церкви есть определенные мероприятия и служения. But in all of these things, if they're all just independent entities, not functioning together. Но если во всем этом они являются некими отдельными ячейками, и в них нет согласованности, некой единой нити, которая бы их объединяла. Then they're just going to fly off in their own directions. Тогда каждый из них будет идти в своем собственном направлении. And discover one day that they're way out in left field and not understanding why or how they got there. И однажды люди поймут, что все отдалилось настолько, что уже непонятно, как и кто там оказался и зачем. And all they have to show for it is that they're tired. И окажется, что люди просто устали. They have no future leaders. Будущих лидеров тоже нет. And that ministry has lost its spiritual edge. И вот это служение утратило свой духовный компонент. Okay. So this is one of the reasons why it's imperative as you're thinking about
how you administer in your church, whether it's an established church or whether it's a new church plant. Поэтому крайне необходимо понимать, что в служении церкви, неважно, эта церковь, она существует уже долгое время или это новая церковь. That there is a purpose and a goal to reach for. Должна существовать цель, к реализации которой мы должны стремиться. Now, could our goal be to glorify God? Что можно придумать в качестве цели? Например, можем ли мы поставить перед собой задачу прославлять Бога? Well, of course. Конечно. I mean, but that's a huge kind of a unformed nebulous thing when it comes to the church. Но это такая очень широкая задача, очень глобальная цель, которая стоит перед любой церковью. Because then you have to answer the question, how? Тогда нужно ответить на вопрос, каким образом мы будем ее выполнять. With what or with whom? С чем или с кем? How long? Насколько долго? Okay. You've got to break these things down and think about each step you're taking. Необходимо разбить весь процесс на определенные шаги и продумать каждый из этих шагов. If your workers are tired, Члены церкви, сотрудники устали, part of the reason is because they've been running without any goal in mind. Скорее всего, они устали потому, что их деятельность не была нацелена на выполнение определенной задачи. And if they do that, если такое происходит, they're going to get discouraged because there is no result. Тогда они становятся просто обескураженными, потому что не видят результата. And part of the problem with youth work in the church, частично проблема молодежного служения в церкви, is the church will hire a man to be a youth pastor. Заключается в том, что церковь выбирает молодежного пастора. For what purpose? Для чего? So that the other leaders have no involvement. They don't want to touch it. Чтобы другие лидеры этим не занимались, как бы чтобы освободить других лидеров от этой задачи. Let the youth leader take care of it. Если возникает какой-то вопрос, касающийся молодежи, предоставим это дело молодежному пастору. But in doing that, what you've alienated that young person, you've put him way out on the edge of town without any support. Но в этом случае мы просто его отчуждаем, отделяем этого молодежного пастора, говорим, занимайся там этим сам, и буквально отдаляем его на задворки церковной деятельности. And you've told him, you figure it out. Если возникает какая-то задача, говорим, вот тебе задача, сам ее и решай. Ну а почему тогда, ведь дело в том, что если молодежь в центре служения, если молодежь в центре служения, я думаю, что и пастор не будет на задворках. I didn't say make the youth work the central or the main ministry of the church. Is that what he's asking? What he, said if this is a central part of the ministry of the church, then why would we alienate the youth pastor and let him decide, you know, some of the issues? If the youth, exactly, that's my point, friends. If the youth pastor is part of the team of ministers, there will always be that support. Вот это я и хочу сказать. Если молодежный пастор входит в коллектив руководителя церкви, то ему всегда будет оказана поддержка. Нет, но он один из пресвитеров церкви. He's one of the elders of the church. Why would he be alienated? И если этот молодежный пастор, он поставит так работу, что молодежь участвует в служении, and if he carries out his ministry, она не где-то там проводит свои мероприятия. But is that actually how it happens? А именно она участвует в церкви в служении. Когда он будет, он на виду будет, и он в центре. Тогда у меня вопрос, на самом деле так и происходит в церквах, или все-таки молодежь сама по себе? Не всегда. Опять же, вот я видел разные примеры, когда, допустим, нет молодежного пресвитера, да, пастора молодежного, и с молодежью занимаются только лидеры молодежи. Но они немного старше другой молодежи. То есть они, у них, может быть, они немножко грамотнее, немножечко, но опыта у них жизненного никакого. Они не могут дать молодежи то, что им потребно, потому что они сами не знают, что им нужно. Вот. И там у них возникают другие проблемы, потому что они в своей каше вот так варятся и ничего нового не могут принести. Я видел и другой пример, когда был молодежный пастор, ему 50 лет.
прекрасный брат, который находил подход к молодежи. И но он мог передать им свой жизненный опыт. Молодежь к нему тянулась, потому что он мог им дать совет какой-то. Он их мог подсказать действительно в жизни, что. Но в то же время он собирал вокруг себя вот этих вот лидеров и вместе с ними занимался. Молодежь была в центре служения. Она проводила мероприятия их там где-то, играла в футбол, волейбол где-то, но в то же время она и была в центре служения. И все они были востребованы, и молодежный пресвитер был он таким же пресвитером, как и все. Okay, but don't forget, Nikolai, what I'm talking about here is having a unity of purpose that the entire church shares with regard to every aspect of its ministry. Но, Николай, не забывайте о том, что я говорю сейчас о единстве цели, которую разделяет вся церковь в отношении служения, которое она несет. Now, what Николай Коля is asking, he's asking because he doesn't see it. Коля задает свой вопрос, потому что в реальности он этого не видит. Okay. And that's why we're addressing this issue. Именно поэтому мы обращаемся к этому вопросу, рассматриваем его. То есть церкви, видение церкви должно быть видение служения, молодежного служения. Оно должно подключаться к церкви. Но какие виды должно и как организованность должна быть? Подключение в церковь. Go ahead. Мне кажется, все это зависит именно от пастора, от молодежного пастора и от руководителя какого-то проекта и от руководителя того служения, которое существует церковь. То есть мы прекрасно понимаем, что если не будет освещаться это служение, если не будет говорить, а они будут делать молча свое служение, даже может быть хорошо и эффективно, но людям не будет это рассказываться, естественно, люди не будут никак реагировать. Допустим, у нас в церкви сколько служений. Откуда я знаю, кто что делает и как? И как у него получается? Okay, I'm not making a personal issue out of this. Смотря какая структура в церкви. Nikolai, I'm not making a personal... Oh, you just said it. The structure of the church. Is the structure of this church based on a purpose? Вы затронули вопрос о структуре церкви. Основана ли структура церкви на конкретной цели? Okay. Does everyone in your staff, on your staff who does ministry, do they understand that purpose and do they share that purpose? Все ли служители понимают и разделяют эту цель? Because if they do understand that purpose, потому что если они ее понимают, then we're not going to have the kind of situation that Nikolai is feeling. Ту ситуацию, которую описывает Николай, мы не будем наблюдать. Okay, I'm not pointing fingers at one person or another person and saying that person is guilty and that person is not. Я сейчас не пытаюсь указывать пальцем на конкретного человека и обвинять его в чем-то. All I'm saying at this point is that we have the need to structure our ministry in our church not based on tradition or based on a habit, but based on a purpose that we want to shoot for. Просто сейчас я говорю о том, что у нас есть потребность организовывать структуру или структурировать церковь, а не на традиции, не на привычках, а на какой-то конкретной цели, которую должны все разделять. Now, Женя, I'm going to use our church. Я приведу в пример нашу церковь, Женя. Don't use our church? Okay, well, too bad. we had our youth ministry going since the very beginning of this church. С самого начала нашей церкви у нас ведется молодежное служение. Okay, but the more and more that our leaders got involved with the youth ministry, но чем больше наши лидеры присоединяются к этому служению, they've realized our youth ministry is not working. Они понимают, что оно не очень действенное. So now we're thinking of ways of changing it. И теперь нам перед нами стоит задача каким-то образом изменить эту ситуацию. Now, does that mean we bring in the youth leader and scold him? Означает ли это, что мы должны призвать сюда молодежного лидера и отругать его? No. Конечно, нет. We help him understand and see our vision. Мы должны помочь ему понять и увидеть наше видение. And our purpose. И наша цель. And we ask him, can you share that with us? И мы должны спросить его, разделяешь ли ты это? Can we work together? Можем ли мы работать в коллективе?
And I've asked him that question in our meetings and personally in conversation. И в личных разговорах, в личных беседах и на собраниях лидеров церкви я задавал ему этот вопрос. And he said yes. И он сказал да. He said yes, I see it's good. Да, я вижу и разделяю. And we move ahead. И мы идем дальше. Okay? Because my goal is not to eliminate people. Потому что моя цель не устранить людей. But to help them work as a team. А помочь им работать слаженно в коллективе. Okay? And to that end, Warren has a very interesting more or less conclusion to his book, to his chapter on what drives the church. И поэтому вопрос Уоррен делает интересные выводы относительно того, чем должна быть руководима церковь, чем она должна направляться. It's called the biblical paradigm. Здесь говорится библейский подход. Это страница 65. В вашей распечатке этого нет. Now he puts down five aspects, five biblical aspects or purposes. Здесь он выделяет пять библейских аспектов или целей. But he says here there are two essential elements to this paradigm. Здесь написано, что в таком подходе есть два главных элемента. In other words, I and my team, you and your church and your leaders really do need to have these two elements. Другими словами, я со своей командой, вы лидеры вашей церкви, руководство вашей церкви должно соблюдать эти два элемента. В церкви они должны присутствовать. First, it requires a new perspective. Во-первых, нужна новая перспектива. Okay, and when he lists this, he says the perspectives that we have, we're going to see through the lens of five New Testament purposes. И Уоррен пишет, нужно начать смотреть на все, что делает ваша церковь через призму пяти новозаветных целей. And we've already seen those perspectives, right? И их мы с вами уже отмечали, правильно? Warmer through fellowship. Более увеличение теплоты в общении. Deeper through discipleship. Just a second. Yeah. All of that. It should be. Теплоту через братское общение, глубину через ученичество, силу через поклонение Богу, широту через служение, величину через евангелизацию. Okay. And which is the same as Grudem and Erickson. О том же самом говорят Грудем и Эриксон. Ministry to God through worship, ministry to believers through nurturing, ministry служение to the world through evangelism. Служение верующим через взращивание, служение неверующим через благовестие и дела милосердия. Okay, this is the biblical perspective. Вот это и есть библейская перспектива. That needs to be part of our understanding of a purpose-driven church. Которую мы должны понимать и осознавать, если говорим о целеустремленной церкви. And secondly. И во-вторых, we have to understand that it is a process. Рик Уоррен пишет, что при таком подходе нужен процесс выполнения целей церкви. Every sailor knows when sailing a ship that if you're going to turn a ship around, it's better to take a wide, slow turn. Каждый моряк знает, что если необходимо развернуть корабль, то необходимо делать это медленно и плавно. You turn too quickly. Если поворачиваешь его слишком быстро, and your ship turns over, то корабль может перевернуться, опрокинуться. Okay, and it's the same in the church. То же самое в церкви. If you're in an established church that has been going in one course, and the desire of the leaders is to change that course. Если ваша церковь шла по определенному курсу и руководство принимает решение изменить данный курс, you introduce these perspectives. Slowly, то новые перспективы вы вводите медленно and methodically. И методично. Okay. You understand that it took a long time for the church to get there, it's going to take a long time for it to change. Вы должны понимать, что определенные традиции, определенные формы руководства церковью формировались в течение определенного продолжительного времени. И выходить из них церковь тоже должна медленно. Even if you're starting a new church, даже если вы организуете новую церковь, the chances of it being 100% new believers is not real high.
вряд ли она будет состоять на 100% из новообращенных. And you cannot reject those who come to your church because they find the fellowship wonderful, the worship enjoyable, and the preaching sound. You cannot reject them. Нельзя отвергать тех людей, которые приходят в церковь, и которым нравится ваше поклонение, нравится христианское общение, и нравится, как проповедуется слово. So you introduce your perspectives in a way that doesn't shock their system. Вы вводите новые перспективы таким образом, чтобы они не стали шоком для уже сложившейся системы. Now there's a way of introducing things that challenges their thinking. Конечно, существует метод введение, нововведение, прошу прощения за тавтологию, который заставляет людей задуматься над своим образом мысли, как-то пересмотреть его. But you don't want to shock them. Но шокировать людей не надо. So, now, with the time left, у нас осталось еще время. This is what I want you to do. И за это время... And you can do it at your tables. Вы будете выполнять следующее задание прямо за столами. I want you to take, let's take the five things, well, yeah, let's take the five things that that Rick Warren has laid out for us. Давайте возьмем пять аспектов, которые Рик Уоррен выделил. List each one. Warm fellowship. Перечислите каждый из них. Теплое общение. Deep, meaningful discipleship. Глубокое, наполненное смыслом ученичество. A strong, vibrant worship. Сильное, живое поклонение Богу. A healthy view on ministry. Здоровый взгляд на служение. And a dynamic evangelism. And dynamic evangelism. И динамичное благовестие. And what I want you to do in your groups. И вот сейчас вам задание для ваших групп. First of all, as individuals, I want you to list each one of those in accordance with how you think your own church is doing in these areas. Во-первых, я хочу, чтобы... I mean, not list, but... Analyze. Huh? Analyze. Give a grade. From 1 to 5. Do you want them to do it individually or in groups? Well, individually, I want them to give a grade to your church in these five areas. Сначала вам задание индивидуальное. Каждый из вас, пожалуйста, проанализируйте деятельность своей церкви и поставьте оценку. Five being best, one being least. По пятибалльной шкале от единицы до пятерки, насколько ваша церковь преуспевает в каждом из этих пяти аспектов? And then take 10 minutes in your group. А дальше поработайте в группе еще 10 минут. And discuss it. И обсудите выставленные оценки. От 1 до 5 поставить? Или может быть евангелизм, допустим, и там еще поклонение, допустим, тройки? Oh, absolutely. Нет, ну шкала от 1 до 5, Женя. Нет, каждому поставить свою оценку. Да, разумеется, нет. Не-не, поставить каждому свою оценку. Бессменный руководитель. Сейчас уже так. It's very important to have this as something of a guideline. Важно, когда вы планируете организовывать церковь или планируете деятельность церкви, чтобы вот это все было у вас в качестве такого путеводителя. Now remember what Grudem said. Помните, we don't want one thing to dominate it. Не следует неправильно, если доминировать будет только один из этих аспектов. And we want to keep each one of them in the correct perspective or balance. Важно, чтобы все эти аспекты во всех этих аспектах наблюдался здоровый баланс. But what we don't do is we don't eliminate any of them. Но при этом мы ни один из этих аспектов устранять полностью не должны. Okay. So let's hear from a few of you. Don't tell us the name of your church. I mean, maybe everybody knows, but the name of your church is not important. Давайте мы послушаем теперь вас. Вы можете не называть свою церковь. Наверное, все знают, кто куда ходит, но вместе с тем... Нет, но хоть бы Наталья не будут знать. Но...
Но вместе с тем называть церковь не обязательно. Окей. Я. Елена. Tell us what grades you've given your church in each one of the five areas. Лен, выставите оценки по всем пяти аспектам своей церкви. Братское общение 4, ученичество 3, поклонение 4+. Какой? Поклонение. Поклонение. Потому что я его видел, да? Служение 4, широта честного служения. Потом евангелизация 4-. А. I would say her church is a little above average, wouldn't you say? Above average. А выше среднего получается церковь, да? В общем, в целом. Okay. Слава, let's hear from you. Well, let's hear your perspective. Let's hear your perspective on it. По группам. По братскому общению на 4. Ага. По ученичеству, ну, я так посмотрю, между 3-4. Не что? Between 3 and 4. Бывает и так, и так. Okay. 3 с минусом или 3 с плюсом или 4 с минусом? Есть возрастание, есть. Вот все группы новые. Okay, so we have a difference. We have a difference in grading here. Поклонение Богу. Я 4+, потому что, ну, будем говорить, мы в таких спартанских условиях живем, что все у нас нравится. У нас как молодежь, она как бы считается лучшей. Поклонение. Служение 4-. Ага. И евангелизации слава. На 3. What? 3. Oh. Ничего смешного нету. Не, у меня тоже там есть. Okay. У Коля просто единицы везде и нули, поэтому. How many of you go to the same church? Поднимите руки те, кто посещает одну. Поднимите руки те, кто посещает одну церковь. No. Ходят в одну церковь. Ну, из вас кто в одну церковь ходит? Все. Вот, сейчас в одним, допустим, мы с Дианой в одну ходим. Нет. И Рята ходит в одну, и пять рук по одни. Как вы узнаете, кто в какую церковь ходит? Окей, ну, well, it's just давайте по очереди. It's just that Slava said, what's the difference? Here are three of people in my church, right? Didn't he just say that? Нет. Oh, he wanted to know what their different churches were. The sisters. Yeah, he just said, why me? There are two sisters left. Ah, okay. Well, okay. I'm sorry then. Просто вы сказали, почему я не сестры. Он подумал, что, наверное, может быть, вы в одну церковь ходите и хотите сначала их мнение выслушать. Mm-hmm. Да, Сергей. Сильно. Ну, вы уже четверо в одну церковь, Сергей. Это о каждой оценке, по каждому пункту. Да. Ага. Я считаю, теплота через братское общение. Значит, я поставил единицу. Louder? Погромче, пожалуйста. Теплота через братское общение. Я поставил единицу. Почему? Потому что, в принципе, существуют отдельные локальные очаги, но в целом, как бы, такого, чтобы, ну, к этому мы двигались, и кто-то об этом постоянно говорил, этого нет. Okay. То есть понимается, что просто если мы просто пришли, то это уже как бы уже есть и братское общение, само собой. Uh-huh. Но это как бы не наблюдается. Uh-huh. Оно так не получается. Потому что если ты усилия не прилагаешь к этому, его не будет. Но как бы я не могу сказать, что их вообще нет. Mm-hmm. То есть есть определенные как бы местами. Но okay. Общего направления церковного пока как бы не слышно. Okay. Вот. И в принципе, хотя бы по-хорошему, если я считаю, если этого нет, то все остальное оно уже работать не будет практически. Mm-hmm. Потому что какое может быть свидетельство миру? Нам нечего свидетельствовать. Okay. Слово Божие, не подкрепленное братским общением, оно не имеет силы никакой. Okay. Совершенно. Потому что о чем свидетельствовать? То есть, ибо из того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это заповедь Божия. Если ее как бы мы к этому не призываем, а просто к служению, просто к евангелизации, то нечего нести. По сути. Okay. По сути, нести нечего. That's a very honest observation of your church. Очень откровенное наблюдение, честное признание такое. Глубину через ученичество тоже как бы единицу ставлю, почему как бы у нас тоже нет такого конкретного понимания, что ученичество должно быть. Ага. То есть, ну, как сказать, какие-то там, ну, как бы обучение в группах, ну, это не ученичество еще. Окей. В каком-то. Ну, оно может быть тоже локально вот так развивается, где-то там группы начинают больше организовываться по местам. Это вот, ну, тенденция. Но об ученичестве как таковом, ну, пока еще не говорится. Окей. Вот.
через поклонение Богу. Но здесь, конечно, больше, потому что, в принципе, все служение на это и направлено. То есть, ну, я 4 ставлю, может быть, потому что как раз вот этот вот элемент образка вообще не хватает, чтобы пятерка была полностью. Вот тогда было совсем пятерка. Широту через служение. Ну, как бы служение есть, их много, но опять же, вот нехватка общения, она, получается, никто не знает, кто чем занимается, какие служения есть и как они проходят, кто по себе. Неизвестно, трудно. Ну, то же самое величину через евангелизацию, то есть двойку эту расставлю. Потому что, опять же, нам нечего тогда свидетельствовать. Как мы не связаны друг с другом, мы друг друга плохо знаем, потому что как бы в гости как-то особо у нас нет такого понимания, чтобы ну, посещать друг друга, по сути. Очень редко друг друга люди входят в гости. Это не правило, скорее исключение. It's one of the saddest things. То есть, ну, я уж об общении каком-то таком, ну, просто в гости сходить некогда. То есть все заняты служением, работа, семья и все. А общение у нас, ну как, это, я считаю, это заповедь Божия, и она не выполняется. То есть мы не стремимся специально это ну, делать, это считается ненужным. Может быть, такое мнение витает, что это как бы, ну как, это, в принципе, это должно быть само собой, но почему-то нет. Потому что ну, к этому не надо прикладывать усилий, никто не прикладывает, оно как бы его и нет, получается. Ну, может быть, это мое субъективное ощущение. Ну, локально где-то есть. Вот, спасибо, спасибо, это прекрасно. Вот, в общем, вот как раз я слушаю сейчас, и вот как раз это пример субъективного мнения человека, который бывает в церкви, но не бывает как бы не имеет информации полной о церкви. То есть, и вот здесь вот как раз как бы, если мы заходим в одну церковь, вот как раз момент. Я поставил, допустим, теплое братское общение тройку. И вот как раз, Сереж, вот здесь вот как бы в противовес твоего мнения, то есть первое, не знают о служении церкви. Да, это одна из проблем большой церкви. Большой церкви, когда 500-600 членов, естественно, члены церкви очень трудно узнать, какое служение делается. И как раз узнаются о этом. Okay, wait. What did he just say? He said it's difficult to do what? It's difficult to find out about the ministries that there are 500 or 600 members of the church. It's hard to find out what exact ministries they're doing. Are 400 or 500 people doing ministry? Well, there are 400 or 500 members of the church, and all of them are involved in some kind of ministry, and they're not aware of other ministries that other people are doing in the church. Is there something wrong with that? What's wrong with that? Can you ask that question? Ну, такой вопрос. Если 500-600 членов церкви, да, и каждый, и члены церкви так или иначе несут в церкви какое-то служение, и они не знают о других служениях, которые несут другие члены церкви. Есть в этом какая-то проблема или нет? Есть. Но я хотел сказать о другом. Вот как раз момент, то есть вот здесь прозвучала такая мысль, вот нету такого братского общения. Но дело в том, что иногда люди или не слышат, или не хотят слышать о том, что делается и как делается. То есть элементарный вопрос. Вот совсем недавно у нас был вечер, значит, семейный, и пригласили всех с женами, всех, без исключения, кто хочет, но только по парам. То есть, и наполнился полный зал. Прошел прекрасный вечер. Там, где мы и были какие-то вопросы, игры и все. Сереж, ты был там? Нет, я просто... Сереж, ты был? Да, Вот и все. Я что понимаю под общением? Под общением я понимаю регулярные еженедельные встречи. Теперь следующий вопрос. Ежегодные один раз в год. Хорошо, Сереж. Один или два раза. Сереж, следующий вопрос. Проходят братские молитвенные общения. Ты собираешься на них приходить? Потому что у нас среда проходит, братская молитва и общение. Вот. То есть это вот объявлено, что, братья, всеобщая молитва церковная братская. В четверг. Вот и что. А у меня там. То есть вот ты сам отрываешься. Нет, я возражаю. Я считаю, общецерковное, это не значит личное общение. Общение личное до 12 человек. Ну, вот.
есть это уже... То есть, все, а ты говоришь просто... локально есть, нет, а общего нет. Нет, тогда ты сам себе противоречишь. Wait a minute. So he's saying that there's a general meeting, but only 18-19 show up? What? No. What he's saying is that Коля by Christian Fellowship, Brotherhood of Fellowship, understands the fellowship of the whole church. And he says, we invite all the families to come to the church and have, you know, a fellowship. But Sergei says, in his understanding, the Brotherhood of Fellowship is a regular type of thing that happens every week. And the groups do not include more than 12 like, people. So so they understand different things, but different... А рядовые члены, и вот к этому Серегину мнению стоит прислушаться, потому что это Серега, он еще, у него в среду есть группа. А основная масса, они вообще никуда не выйдут. Жень, почему я сказал? Вот смотри, сейчас я вот сейчас 23-го опять будет, вот смотри, объявили, уже не один раз вот это было, ну, проходит, ну, практически каждый год, пусть это редко проходит, заметь, редко проходит, да. Но когда объявляют, братья и сестры, вот будет семейное общение, вы же говорите о служении, все. Ну давайте, давайте. Окей, вы. Нету. Здесь. И потом ничего не проходит. Потому что год раз они разделаются. Год даже проходит. И то не хотят прийти ко мне. Окей, Сергей. Понятно, Сереж, что ты скажешь? Я, опять же, что я подразумеваю под общением? Почему я говорю, что до 12 человек? Потому что на таком общении есть возможность молиться за конкретные личные нужды. То есть человек 5 минут может говорить о своей нужде, а потом мы каждый это молимся по цепочке. Если пришло 60 человек, этого не будет. Yeah, okay, yeah, see, this is my question. Николай. Николай. Не все разбиты вот на эти вот. Николай, this is my question. Okay. А у меня вопрос. Сейчас у меня... Да нет, ты сказал об этом, не говори. А у меня вопрос. Нет, просто понимаешь, когда человек говорит, что на церкви об этом не говорят, меня возмущает. Окей, where... Потому что человек не знает, о чем говорят. Wait! Я не согласен. Wait! Там фильм. Окей, now look. Right here. We are finding that we don't have a point of agreement. Посмотрите, прямо сейчас мы не можем согласиться в чем-то. Now, if we don't have a point of agreement, that means there's a problem that needs to be solved. Если такое разногласие существует, значит, есть проблема, которую необходимо решать. Okay, and this is what coming together as a team and developing your church ministry with purpose is all about. Вот именно в этом и состоит суть встречи, совместной встречи лидеров церкви и выработки той цели, которой должна стремиться, к выполнению которой должна стремиться вся церковь. We don't justify the problem. Мы не оправдываем проблему. We try to find answers for the problem. Мы пытаемся найти ответы на эту проблему, каким-то образом решить ее. But this is what a lot of good, healthy debate is all about. Вот именно в этом и состоит польза нормального, здорового, оживленного обсуждения имеющихся в церкви проблем. But what you need to do is you need to cut through all of the blaming, all of who didn't do what and who needs to do what. Единственное, что вам необходимо отвлечься от личных обвинений в адрес друг друга, кто что должен делать, кто что не сделал, кто что обязан делать. And decide on what we need to do. И сосредоточить внимание на том, что нам нужно делать. В общем. Okay? We're going to leave this now. Сейчас мы оставим эти дебаты. Because I'd like to hear from Olya. Потому что мне хотелось бы выслушать Олю. And she will be the last. И она будет последней выступающей за сегодняшний день. Общение в нашей церкви, я бы поставила 4 с минусом. Uh-huh. Оно существует, но еще, может быть, не в такой степени, не так вот хорошо, как хотелось бы. It could be better, right? Uh-huh. Значит, вот, смогла бы быть лучше, да? Да, да. Лучше, чаще. Через ученичество церковь становится глубже. Буквально вот последние год-два пастор как раз-таки очень сильно стимулирует к этому и призывает постоянно. До этого было не очень хорошо ученичество в нашей церкви вот поставлено. Четверочку с минусом тоже я там где-то поставила сейчас, на каком уровне. Групп тоже много вот существует. Хорошо. Значит, церковь становится крепче через поклонение Богу. Да, четверочка. Даже можно было с плюсом. Или плюс такие.
все-таки сейчас это как раз в проекте, просто чисто вот делать вечера поклонения Богу, уже такое вот практиковалось, очень хорошо, люди приходят, просто поклоняются Богу, прославляют, замечательно. Церковь вот становится шире через служение, но здесь еще тоже недостаточно, троечку я бы вот поставила, так это все хорошо. А вот через евангелизацию стремится церковь вот все это и разные вот евангелизационные мероприятия проводить, и все, и тоже троечку. Церковь вот больше как-то, это вот примерно уже несколько лет она вот так вот, ну небольшой прирост, небольшой. Хотелось бы, конечно, чтобы охватить много, и хороший был бы прирост, но пока не так, к сожалению. Okay, friends, we need to do this kind of honest assessment of our churches. Друзья мои, нам нужна вот эта честная оценка деятельности церкви. Because if we do not look at where we're weak and try to get stronger, then we just repeat those weaknesses. Не будем способны определить свои слабости и не усовершенствовать вот эти сферы деятельности церкви. Тогда мы будем просто продолжать быть слабыми в данной сфере. Okay, and absolutely, friends, absolutely, I encourage you. Just, you know, stop saying, you know, stop with the idea of we're this way because. If you're this way because and it's causing problems, then you need to ask the next question: what do we do about it? И я вас очень и очень призываю, друзья мои, не объяснять, почему у вас такая ситуация в церкви в той или иной области служения. Потому что если в этой области служения имеется проблема, и что-то эту проблему порождает, тогда, наверное, нужно задаться вопросом, как изменить ситуацию. And continue your debates and your discussions, friend, because this is healthy. И побуждаю вас продолжать дискутировать, обсуждать насущные проблемы, актуальные проблемы вашей церкви, поскольку это здравый подход. Okay. Just don't take it personally. Просто не привносите туда личный как компонент. Because the purpose is not to make me feel good. А потому что главное здесь не... Or each one of us feel good. Главное здесь не то, чтобы мы с вами себя почувствовали хорошо. The purpose is so that we see results. Цель заключается в том, чтобы мы видели результат. Okay. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.